будут учиться на современной технике. Аграрные лицеи и техникумы региона обеспечат новыми сельскохозяйственными машинами для отработки практических навыков у студентов. Многие учебные заведения уже получили сертификаты на оборудование. Такая поддержка стала возможной благодаря помощи компании «Росагролизинг», которая откликнулась на просьбу депутата Госдумы Николая Панкова помочь аграрным учебным заведениям. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Хороший специалист должен уметь работать на новом оборудовании, убеждены педагоги Дергачевского агропромышленного лицея. В арсенале этого образовательного учреждения несколько единиц сельскохозяйственной техники. На них и практикуются студенты. Практически вся техника устарела. По словам педагогов, сейчас обновление учебного парка техники в лицее необходимо. Ведь от этого напрямую зависит профессионализм студентов. Сегодня нужно говорить о рынке квалификации. И сегодня реальный сектор экономики агропромышленного бизнеса он требует квалифицированных кадров. Подготовить в нынешних наших условиях, которые у нас сегодня есть, это невозможно. И вот сейчас тот пилотный проект, который предлагается нам Николаем Васильевичем Панковым, это значит, новый трактор для нашего учреждения. Это большой праздник для студенческого сообщества, для коллектива в целом. По инициативе депутата Государственной Думы Николая Панкова, аграрный лицей получил на безвозмездной основе новый трактор «Белорус» и прицепное оборудование для вспашки земли. По словам председателя Думского комитета по аграрным вопросам, студентов нужно учить именно на новом оборудовании. Если мы говорим о выполнении задачи, которую поставил президент Владимир Владимирович Путин, это обеспечение продовольственной безопасности страны, конечно же, мы ее не можем отделять от самого главного. Это человеческий фактор, потенциал и профессионализм тех людей, которые работают в агропромышленном комплексе. А это прежде всего подготовка специалистов в наших лицеях, сельскохозяйственных учебных заведениях, высших учебных заведениях. Как раз на сегодняшний день в село идут, село востребует очень качественных профессионалов. Благодаря поддержке компании «Росагролизинг» удалось также приобрести новый комбайн и для обучения студентов Саратовского аграрного университета. Комбайн «Вектор», цена которого более 7 миллионов рублей, прям скажем, на безвозмездной основе, согласитесь, это как-то мотивирует нас действительно и в части подготовки специалистов на современной технике. И самим преподавателям уже стремится познавать такую современную технику. И специалисты будут приходить на производство более подготовленные, и менее болезненный будет переход с учебного заведения на реальное, так сказать, производство. Сертификаты на получение новой учебной техники директорам вручили в торжественной обстановке в Москве. Александр Старков, Екатерина Барковская, РЕН-ТВ, Саратов.